Военкомат покинул, все покинули игру. Военкомат тоже покинул. Я уже не могу. Ладно. Что? Куда? Я не знаю. Мы, видимо, пропустим. Всем привет. Вы на канале Крошки-Картошки. И сегодня мы тут пришли копать картошку, естественно, да? Просто в Among Us. Привет. Да, это новое задание. Привет. Новая карта. Называется Поле. Вы там выкапываете картошку, а один ее ест. Смотрите, а вот это уже фермер. Да-да-да. У него такая шляпа. Подождите, а у него нет имени? Вот, кстати, да. Это очень странно. Интересно. О, боже. Извините, я... Так, ну, я думаю, можно уже начинать, так что поехали. Ой, я прям так соскучилась. Я надеюсь, что Ульяна со своим близнецом не будут предателями сейчас. Я не могу обещать, но я постараюсь. Я член экипажа, И я тоже. Так, а Ульяна что-то стоит, никто, Ульяна? Нет, я просто постоянно хочу повернуть камеру какую-то, просто мою камеру влево или вправо, но понимаю, что тут перемещение только по этим кнопочкам. А я прыгать хочу каждый раз. Да, да, это тоже. Подсмотрела за ребятами. О, тут еще крошка-картошка. Только желтая. О, серьезно? Супер Алекс. За мной тыковка бежит. Тыковка бежит, я боюсь. Тыковка куда? Так мы же на поле. Кстати, да. А, вы знали, что бензин, чтобы заполнить, можно просто вот взять и нажать на кнопку и держать, а не нажимать несколько раз? Да, кстати, я знала. А, да. Опа-на. Это кто? Ну, я погибла. А, это Лана, боже. Нет, кто? Это тыква? Ты говорила там что-то про тыкву? Где? Кто? Крошка, картошка желтая покинула игру. Так она же была жива, ее никто не прикончил. Почему никто не хочет бежать смотреть, как я сканируюсь? Да. Боже, это без имени вот это вот призрак как будто. Слушайте, я не знаю, я не видела вообще никого, чтобы там кто-то ходил. О боже, это что? А, вот это какое у него имя. Нолики вместо имени? Нет, мы не скипаем. Нет. А за кого тогда? Ну, ты можешь написать, что это было в электричестве, но очень мало времени осталось. Так, ну, я не знаю, вот... Короче, за первого попавшегося, извините. Давайте я за синенького просто проголосовала, за синенького. За синенького? Ну да, просто так, не знаю. Понятно. Что? А как? Подождите, все же проголосовали. Нет, больше игроков, да, проголосовали за пропуск, поэтому вот так и было. Осуждаю. Так, пошли, я посмотрю, как ты сканируешься. Давай, сканируйся. О. А я вот тут слежу за своим... Хорошо. За своим убийцей. Так, ну вот этот тут, короче, без имени, он не убийца. Он не предатель, и вообще он кажется, никто. Ого, вы знали, что тут надо набрать бензин, а потом слить? Ну да. О боже, я никогда не видела такого. Ну да, заправить нужно, правильно. Там еще такое не очень приятное. Оу! Кто-то что-то видел. Что это? Так, ну-ка. Да что? У нас еще кого-то убили. Так, что там? Красный. Какой красный? Ульяна. Так. Кто? Какая сотка? Никакая не сотка. Так, подождите, ну, Ульяна. Ульяна, оправдывайся, Ева, задавай вопросы. Вот, пруфы на красного спрашивает оранжевый. Ульяна, давай. А как мне оправдываться, если я одна была и выполняла задание? Ну, обычно в таких ситуациях пишут, что если это не красный, то это ты белый. В общем, как бы так. Да, что да. Ну, как бы обычно можно... Пруфы. Ну, смотрите, фишка в том, что мало игроков-то осталось, вон кого-то еще прикончили. Так, ну, Ульян, говори, что ты за задание выполняла? Я откуда знаю, оно там было в электричестве. Боже, я не знаю, мы, видимо, пропустим. Это было обидно. Что? Ну, хотя бы Ева за меня не проголосовала, тоже хорошо. Так. Понятно. Все, мои рожки, конечно, наверное, меня выдали. Понятно, я, кажется, знаю, кто еще. Вот этот вот голубой, у него тоже такие же рога. Все понятно. Так, подождите, мне еще раз надо бензин взять. Это что такое? Подождите. А как так-то? Так, и еще раз опять туда отнести? Серьезно? О, господи. Ева, как хочется тебе подсказать, конечно, но я не буду этого делать. А ты рядом со мной летаешь? Я рядом с тобой летаю, и я хочу сказать, что меня убила не Ульяна. Ого. Да, это не я. Да. Так. Вот я могу сказать, что это совсем не мой близнец. Совсем не мой близнец. Ой-ой-ой. Он хороший. Что-то я всех боюсь.
Так, подождите. Ой-ой-ой, очень страшно, слушайте, ходить по полю. Я, кстати, пытаюсь выполнять задание. Кстати, я еще только что заметила, что наши предатели ни разу не сделали саботаж. Да, я тоже хотела это сказать. Это как-то очень странно. Да, но, кстати, Кулиан-то все еще может это сделать. Я могу, но я немного не понимаю, как это сделать. А, Ульяна не должна. Может, выкинутый предатель может. Ты можешь нажать на кнопку саботаж и должна выбрать, нажать на какое из заданий. То есть ты можешь... Да, я это сделала. Ты что, предателю помогаешь? Да нет, я просто объясняю, как играть надо. Вот, собственно. Ой, кажется, получилось. Паника. Кажется, да, Ульяна сейчас реактор взорвет, собственно, да. Так, это реактор, да? Это реактор. Ага. Оу. Но кто-то раньше нашел тело. Подождите, то есть это уже даже не этот. Это все, это извините, я, извините, но это ты. Ну, извините, сказал, что это красный. Да. Но это точно не черный вот этот вот, не серый без имени, потому что я видела, как он сканируется. Так, я считаю, что вот этот вот товарищ у нас. Ну, напиши тогда, за кого ты. О, он думает, что это зеленый. Граски тот, который ты думала, что он не предатель. В смысле зеленый? Ты сам предатель. Тогда голосуй за черного. Все, я уже проголосовала за оранжевого. Так, интересно. А эти два ребята не проголосовали. Вот это опасно сейчас. Так, подождите, я пропустила, я пока читала, пропустила. А, все правильно, голосование никого, пропущено. Никого не выгнали, один предатель остался и очень мало выживших, поэтому я даже не знаю, Ева. Я нажимаю на кнопку, как только она будет активна, потому что я не хочу умирать, я не хочу умирать. А ты за кого ты голосуешь, ты так должна что-то сказать. Так, ну я за оранжевого вообще-то, вот, так что... Ну тогда пиши им, а то они проголосуют против тебя. Короче, я голосую за оранжевого, и все со мной согласны. Классный, кроме оранжевого. Подождите. Ну, понятно. Понятно. Да, Ева, молодец. Вот это просто обалдеть. Я даже не знала, слушайте, о боже, у нас такие призраки справа и один слева. Ева, ну ты только что спасла команду. Да, я хотя бы троих спасла. Этот оранжевый еще Ульянин свет забрал. Что? То ты тыква, ну верни себе свой, отдай мне мой. Ну ладно, ладно, придется мне быть желтой. О, ну кстати, тебе идет. Ульяна пожелтела. Так, скорей. О, Симба. Посмотрите на него, он такой зеленый с ирокезом. Очень, кстати, идет. Вот. Ой, здорово. Ну, я думаю, что можно уже начинать. Да, я тоже так думаю. Так что поехали. Так, о. Я только хотела сказать, давайте посмотрим, где у нас задание, а задание у меня вот прям вот тут. Да, у меня тоже проводочки. Ты уверена? Ага. Ты точно не предатель еще раз? Я точно не предатель, а вот ты не предатель, скажи мне, пожалуйста. Я не предатель. Вот тут даже Лана стоит, в стенку смотрит. Ну вот этот фиолетовый меня не стал убивать. В принципе, я думаю, что можно ему на какое-то время поверить. Да, я тоже думаю, что он не предатель, потому что он так аккуратненько мимо меня прошел. О боже, о боже, вы это видели? Это кого-то убивали? Происходит. Почему? Нет. Так, ну если это не фиолетовый, если это не я, если это не Ева, значит, у нас остается 4 кандидатуры, вернее 3. Слушайте, меня очень сильно, вот этот белый мне не нравится, мне кажется, что это может быть он нашел. Кстати, да. И ничего не говорит. Давай, я согласна, да, давай. А мы не будем обсуждать, мы просто... Нет, мы не будем даже обсуждать. А, ну нас, мне кажется, не хватит, ну ладно, давайте попробуем. Да я думаю, трое-то точно проголосовали, ни за кого другого не проголосует. Ну, может быть. Но они могут проголосовать за отмену. А, это точно. А еще он подумает, что это странно, что мы все сейчас проголосуем против него. Ну, это странно, что он нашел труп, хотя новичок и вот эта вот Мадара, они вышли. Только что! Или их убили. Да-да-да. Они вышли, и сразу после того, как их убили, это было, скорее всего, нет! Так! То, а почему он сразу проголосовал еще за Ульяну? А я-то тут при чем? Вот совершенно непонятно. Я вообще не понимаю. Так, давайте следить за этим белым, он мне не нравится. Давайте. Слишком подозрительный. Ой, это точно. А может на кнопочку нажмем? Не, мне кажется, что пока что рановато, конечно. Не знаю, я бы его выгнала.
Саботаж! А вы успеете? Да, не вовремя. Так, побежали. Ну, а это не страшный саботаж, его можно просто в любой момент, не знаю, исправить. А куда идти, куда идти, боже? Ой. Вниз, вниз, а я так, сейчас приду. Мне кажется, вниз, да. А подожди, там еще нужно вправо. Так, но этот белый вроде как меня не убил, но он бы не стал здесь убивать, мне кажется, слишком палевное место такое. Сюда же все так бегут. Так он еще и извинился. Так, вот тут Маша оранжевая с тыквой на голове, какая-то немножко подозрительная. Она не подходит никуда, ни к какому заданию, она просто бегает тут кругами. Да? Да. Ну, не знаю. Она просто стоит и ждет, пока Ульяна доделает задание и убьет, наверное, ее. Так, что-то как-то, да, давай за ней следить, на всякий случай. Давай, давай вот так вот отойдем, посмотрим, делает ли она задание или нет. Так, ну, так, пока ладно, стоит. Я вроде как перестала подозревать белого, потому что он дважды мог меня убить. О, опа, реактор! Вот, она сразу побежала. Ульяна, отходи. Ой, отхожу. Но она же не станет на глазах убивать. А вдруг станет? Ну, не знаю, не знаю, всякое бывает. Вот-вот. Ульяна, не теряйся из моего поля так, зрения. Так, так, ну, пока что белый вроде мне уже не кажется таким подозрительным, но, возможно, он просто хорошо притворяется. Угу. Возможно, возможно. Это подозрительно. Ой, а мне осталось одно задание только. О, ого, не, мне побольше. Слушайте, а Симба тут стоит вначале, как и стоял, он вообще не двигался. Слушайте, черный тоже особо ничего не делает. А, о боже, мне в управлении тоже надо было задание сделать. Я стояла, наблюдала за оранжевым. Что? Нет. Тут кто-то... Боже, я... Что ж такое? Как раз тогда, когда я делаю задание. Подождите, стойте. Так, ой, куда бежать? 9, 3, 0, 2. Все, я всех спасла. Ух. Ой, молодец. Ну вот видите, видите, Симба не двигается. Или он у нас залагал? Слушайте, у меня вообще очень-очень много подозрений на всех. Я не знаю, ну, вам-то я вроде верю, а вот остальные, очень опасные. Ой, я эту Машу боюсь. Маша, да, кстати, она... не чинила ничего. Вот я когда подбежала, и черный ничего не делал. Что он делает? Ульян, ты видишь, что он просто стоит? Вот сейчас он подвинулся. Да, 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 мне тоже он подозрительный очень. Так, давай ты мне скажешь, когда ты будешь уходить, если у тебя здесь... Маша! Нет, это не Маша! Подождите. Так, опять белый нашел тело. Так, так, ну, короче, я все равно за белого. Вы меня извините, и белый тоже пусть извинит. Но я за него голосую. О, он покинул игру! Я только начала писать. Так, ну я тогда за черного. Подожди, Ева, а может это ты? Кстати, да. Это не я, я выполняла задание. Ладно, подожди, а ты? А как же ты? Мы против нет, я тоже выполняла. У меня последнее задание, это вот то ужасное, где нужно провести карты. А, да-да-да. Да, я тоже не могла провести, потому что надо было быстро кислород починить. Я проводила очень быстро, и она мне слишком быстро. Так, давайте за... Ладно, за черного. Хорошо, так. Хорошо. Симба за тебя проголосовал. Так, Симба мне уже не нравится. О, да! Молодцы, слушайте, молодцы. А я его подозревала. Подождите. Это была Маша? Подождите. Нет, Маша не могла. Это был белый. Это был белый. Он вышел. Как только я написала, он такой: ой, меня раскусили. И сбежал. Точно. Вот хитрюга. Так что мы были правы вообще с самого начала, получается. Ого. Да. Ну вот. Не зря мы его так наказывали. Слушайте, ну интуиция у нас классная, я считаю. Точно, точно. О боже, слушайте, тут вот этого легендарка, у него легендарная пёзя. Сейчас она отойдет. Я не вижу, да, но... Ой, я тоже, да, пока не вижу. Она такая классная была. Подождите, он что, ее снял? А ну отойди, дай посмотрю. Может быть. Так, Ева, ну мы можем уже... Ой, костюм у него такой необычный, почтальон! Прикольно. Почтальон! И военкомат. Тут у нас много интересных ребят собралось. Вот она, пёся, вот она. Я не предатель. Я и тоже. И вот этот парень уже покинул игру прям сразу. Боже, с пёси ушел. И почтальон? Почтальон. Ну что вы, ребят? Да что ж такое, что происходит? Господи. И ещё, ребята, слушайте, а чё они все уходят? Может, кого-то уже успели прикончить? Вот это не понял. Ой, не знаю. Ева? Ева? Ты ничего не видела. Я просто что-то вот увидела только что. Военкомат покинул, все покинули игру. Военкомат тоже покинул. Что? Где? Лана, а ты тоже покинула? Я нет, я читаю чат и смотрю на то, что происходит. Я просто как бы кое-что видела. Так. И только хотела сказать об этом. Так, 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 так. Ну, как бы я уже не могу. Лана? Что? Что? Куда?
Я же говорю. Нас выкинуло? Тебя выкинуло, наверное. Слушайте, так, Робси проголосовал за кого-то. Так, подождите, я даже не могу посмотреть теперь на то, что происходит. Да, ну, я считаю, наверное, это Алекс. Потому что он за кого-то уже проголосовал. Мне почему-то кажется, что это Маша. О, боже, вот это вот слились голоса. Обалдеть. Так, ну, это как-то подозрительно. Лана, а ты придешь к нам или ты уже не можешь? Не знаю, код комнаты там еще есть? Уже нет. Ну, значит, не могу. Я пока на менюшку посмотрю и подумаю о том, как меня убили предательски. О, боже! Так, подождите, Синий нажал на кнопку. Ага. Но я голосовала за него. Он хочет, чтобы я продолжила голосовать за него. Так, ну, я думаю, что он хочет, чтобы я продолжила голосовать за него, так что я голосую за Синего. Ну, давай, я тебя поддержу. Хорошо. Так, ребята, давайте, тоже голосуем. Ну, надеюсь, твое предчувствие тебя не подводит. Ой, я тоже надеюсь. Так, ребят, давайте голосуйте, а то у нас придется еще раз пропустить. Так, за Алекса проголосовало двое. Ну-ка. А ну-ка. Что? Значит, это Маша. Так. Я думаю, что это Маша. Я чувствовала, что это Ева, но не хотела в это верить. Не хотела, мне просто, я отказывалась в это верить, но что там было, что там, Еву выгнали, да? Нет, вы победили, нет, да. Нет, я выиграла. Нет, да что ж такое, я надеялась, что за меня отомстят, я, к сожалению, не могу этого ничего увидеть. В общем, Ева ужасным образом вылезла из вентиляции. Я ее вижу, я думаю, надо бежать, нажимать на кнопку, а она мне как голову оторвет. Какой кошмар. Ну ты видела, извини, ты видела то, что нельзя было видеть, поэтому пришлось тебя убить. Извини, ладно, я ничего против не имею. А ты меня тоже из игры выкинула, это-то как произошло? Это правда было не я, ребята, вы можете даже посмотреть, я не нажимала кик на Лану. Даже было бы написано, что я кикнула тебя, но я тебя не кикала, вот. Да, так вроде во время игры нельзя просто так кикнуть кого-то, надо, чтобы несколько человек это сделали, а я вроде ничего плохого не делала. В общем, не дали мне немножко поиграть. Ну, Ева, ну ты, конечно, коварная картошка. Да, я такая картошка. Крошка, коварная картошка. Слушайте, мне так нравится это название. Крошка, коварная картошка. Может, так канал переименовать? Как думаете? Нет, пожалуйста, нет, Ева, не надо. Ребята, напишите. Пишут, что надо, но не вери. Ребята, напишите, если надо, я обязательно переименуюсь. Ой, понятно, все. Ну, я думаю, на этом пора заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Вы мои крошки-картошки. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Пока. Пока.